So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Всем привет! Сейчас мы ведем прямой репортаж с соревнований, которые проходят в дюш номер 15 города Рыбинска по конному спорту специально для рубрики «Новости регионов» Максима Стейблс. Сегодня первый день соревнований, и участие в них примут около 40 спортивных пар. Участие в соревнованиях примут не только воспитанники дюш номер 15 по конному спорту, но и гости из Череповца и фермерского хозяйства Максимовской и Ярославской области. Сегодня всадникам предстоит преодолеть маршрут номер 1 высотой до 120 сантиметров и маршрут номер 2 высотой до 100 сантиметров. Соревнований уже определились победители и призеры в маршрутах номер 1 и номер 2. В маршруте номер 1 высотой до 120 сантиметров победителем и призером стала Ксения Кузнецова на своих лошадях Хоббей, Эластик и Чародей. В маршруте номер 2 высотой до 100 сантиметров первое место завоевал Быков Арсений на лошади по кличке Оскар. Второе осталось Голубева Анастасия на лошади по кличке Тактик. И третье место заняла Андрейка Евгения на лошади по кличке Великолепная Мабрис. Наступил второй день соревнований. Сегодня в бой вступят не только взрослые и опытные спортсмены, но и дети. В маршрутах номер 4 и 5. Даша, мне 11 лет. Я приехала из фермерского хозяйства Максимовское. Мою лошадь зовут Марсель. Я сегодня еду 70 сантиметров. Мне очень нравится соревнование. Я еду первый раз. Меня зовут Настя. Мне 10 лет. Я выступаю на повелителе 70 сантиметров.
очень нравится лошадь, на которой я выступаю. Он добрый. Я выступала в городе Ярославле и занимала призовые места. Меня зовут Марк, мне 12 лет. Я еду на коне по кличке Налет. Еду 70 сантиметров. Уже принимался участие в соревнованиях в городе Ярославле. Погода хорошая. Меня зовут Фиша, мне 12 лет. Я сестра Насти и пришла поболеть за, ну, за Настю и за Натю. Как тебе наша сестра? Здорово, нравится. Тебе нравится смотреть, как твоя сестра выступает? Да. А сама будешь выступать? Не знаю. Меня зовут Алина, я еду на лошади по кличке Чародей, 110. Вчера ехала 100. Меня зовут Улья. Меня Даша. Сколько вам лет? 15. 13. На каком поезде? На Рапсодии. На Повелителе. Мы едем 90 сантиметров. Что вам нравится больше всего? Погода. Хороший манеж. Оля. Зарина. Мне 16 лет. Я еду сегодня первый раз на Рапсодии 90. Мне очень нравятся старты. У нас классные призы. Вчера ехала на налете метр. Мне понравилось. У нас здесь очень атмосферно. Вот. Удача на наших соревнованиях улыбнулась немногим. Но все же большему количеству участников удалось преодолеть маршруты чисто, в результате чего завязалась серьезная конкуренция за призовые места. В маршруте номер 3 высотой до 110 сантиметров первое место завоевал Быков Арсений на лошади по кличке Оскар. Второе место заняла Голубева Анастасия на лошади по кличке Тактик. И третье место заняла Прозорова Анастасия на лошади по кличке Джордан. В маршруте номер 4 высотой до 90 сантиметров первое место завоевала Плаева Карина на лошади по кличке Великолепная Маврис. Второе место заняла Журавлева Владлена на лошади по кличке Ханкала. Третье место заняла Пелевина Дарья на лошади по кличке Повелитель. В маршруте номер 5 высотой до 70 сантиметров в зачете среди детей победителем стал Марк Рачков на лошади по кличке Налет. Второе место заняла гостья нашей конноспортивной школы Мазурова Александра на лошади по кличке Ариадна. И третье место заняла Жукова Анастасия на лошади по кличке Вавилон. В зачете среди любителей первой стала Полевая Александра на лошади по кличке Вавилон. Второе место заняла Каплун Наталья.
Наталья на лошади по кличке Леди. И третье место заняла Волкова Дарья на лошади по кличке Леди. Поздравляем победителей и призеров. Желаем им дальнейших спортивных побед. Закончились чемпионаты первенства города Рыбинска по конкуру. Спасибо за просмотр.